Привет, дорогие мои! С вами Дыга Лариса и Тонечка. Здравствуйте! И у нас сегодня для вас очень всеобъемлющее видео, потому что предстоит экскурсия по каталогу Oriflame номер 12. Экскурсия параллельно с обзором каталога по моей косметичке. Так уж получилось, что маленькая в этом каталоге много вещей, которые есть у меня. И, конечно же, я расскажу об этих продуктах, какие у меня уже впечатления сложились, что мне особенно понравилось. Покажу текстуры, покажу цвет. И у меня уже есть новинки из этого каталога. И я даже уже сформировала первое впечатление о них. И тоже с вами поделюсь и покажу эти новинки. Вообще, первое мое впечатление об этом каталоге, когда я его получила... Вообще, я люблю каталоги. Я каждый раз, когда получаю каталоги... Вот недавно посмотрела первые страницы каталога номер 15 и буквально поймала себя на том, что я не дышу, просто затаив дыхание, вчитываясь каждую букву. Буквально все на вдохе. Настолько вот новый флакон, а новый день, а новая... Такого цвета у меня еще нет. В общем, вот все на вдохе. И каждый каталог, который я получаю, все время у меня происходит на вдохе. Все время какие-то хотелки сразу появляются, какие-то ожидания от новинок, что-то прям совсем не втерпешь. Точно так в этом каталоге очень много продуктов, которые я себе пометила, приобрела. Он очень богат на новинки. Как такой каталог может не понравиться? И модель даже понравилась. Очень красивая модель. Такие губки у нее такие уточкой, правда. Тема каталога парад помад, губы в центре внимания. Такие губы не могут быть не в центре внимания. И этой девочкой я любовалась. Такая красивая, такие губки. И сразу возникает вопрос. Какая помада у нее? Да. Я тоже смотрела сразу. Раз, что за оттенок, да. И начиная с первой страницы, шикарное предложение на губные помады, потому что со страниц 2,9 приобретаете любых два продукта, и каждый из них вам обойдется всего за 59 гривен. Это в том случае, если вы не зарегистрированы. Если же вы зарегистрированы, то минус 20%. Шикарная цена. И здесь у нас на первой странице представлены губные помады Энергоблеск. Сравнительно недавно в моих покупках я показывала губную помаду Энергоблеск. Вообще, у меня из предыдущих коллекций еще остались Энергоблеск. И она у меня не одна, у меня третья или четвертая вот такая губная помадка. Но именно из обновленной коллекции у меня именно этот оттеночек, невесомая на губах и очень сияет. Очень сияет. Я ее люблю использовать именно летом, потому что лучи солнца отражаются и зимой. Вот если у вас зимы такие, когда солнце светит, тогда вы будете блеск снега затмевать этой губной помадой, потому что она будет такая яркая, сияющая, красивая. И еще она очень красиво смотрится в вечернем макияже. Если такой вот полумрак, мерцает, сверкает очень-очень красиво. На следующей страничке, номер 5, представлена кремовая губная помада 5 в 1 The One. И эти губные помады имеют матовый финиш. И у меня есть один оттенок такой губной помады. И в тех видео, которых я использовала в своем макияже, именно этот оттенок, я очень часто от вас слышала вопросы, а что это за губная помадка? Оттеночек у меня красная вуаль. Очень плотный пигмент, хорошо держится на губах. И матовый финиш. Красиво очень. Красиво, дорого смотрится. Угу. И плотный, яркий цвет. Вот это мне особенно нравится. Я когда ее выбирала, я, конечно, помучилась, потому что все оттенки, у меня все пробники этих губных помад, все мне понравились. Все такие интересные. Следующая губная помада. Вообще, мой фетиш просто. Мне так эта помадка нравится. И я очень много отзывов о ней слышала. И у меня много подружек, которые тащатся именно от этой губной помады. И это стойкие губные помады. Часть из них имеет матовый финиш, а часть атласный. И у меня тоже есть такая помадка. Я ее получила в подарок от компании Oriflame за участие в фотоконкурсе. Это у меня оттенок 305-71, розовый румянец. Тоже есть такой оттеночек. Да, у меня вот такой оттеночек. Вот, видите, это она у меня уже заканчивается. Это 77-й оттенок, кремовая слива. Очень люблю эту помадку.
Она очень комфортная, мягкая, легкая на губах и очень хорошо смягчает и увлажняет губы. Губы не сохнут. Очень приятно. Следующая страничка номер 9, и у нас представлены контурные карандаши. У меня два оттеночка, красный и коралловый. И у меня два оттеночка. О, так у нас сейчас будет аж 4. Да. Так, сначала я нарисую 314-39. Вот, это он, это контурный карандашик. Потом нарисую оттеночек 314-38. И у Тонечки два контурных карандаша. Лиловый клевер и красное вино. Мы с тобой друг друга хорошо дополняем в этих видео, потому что разные совершенно цветовые оттенки, гаммы у нас. Да. И следующий это... Красное вино. Я люблю все цвета. Красивые, я, да. Я люблю краски. Я люблю яркие. Я люблю, чтобы они были разнообразные. Мне очень это нравится. И, конечно, каждый из них шикарно смотрится. Очень красивый цвет. Очень. Очень. Угу. Вот этот тоже очень необычно. Но он, кстати, на ногтях смотрится спокойней, чем, к примеру, в каталоге или вот на кисточке сейчас, вот в данный момент, как вот он смотрится. Вот он смотрится вот так. Как-то в пузыречке он смотрится больше в зелень, да? Есть перламутр такой тлинизумрудный по краям. А в оригинале вот на ноготочках больше уходит в золото, вот как по мне. Тоже вот очень интересный такой стальной лак. Прям сталь с таким сиянием. Прям вроде как они блестки, но это не блестки. Очень красиво тоже смотрится. Мне нравится. Потом тоже медь, вот у меня 321-09, оттеночек тоже очень красивый. Красиво тоже смотрится. А вот этот мне почему-то напоминает снежную зиму, да. Потому что он тоже сияет, как снег. Сияет, как снег. Какой красивый. Мне тоже очень нравится, красиво. Вообще, мне все они нравятся. И кисточка очень удобная. Обволакивает ноготочек, расправляется. И именно на вот этом вот полукруге не вылазит квадратиком за границы, а вот красиво ложится. И тут же рядышком на страничке ухаживающая крем-помада в виде карандаша. Выкручивается этот карандашик, закручивается этот карандашик. И он смотрится вроде бы как красный. Это у меня оттеночек, ну как у меня, у дочечки. Это я в дочке на косметичке покопалась. 316-28. Называется... Сочный-ягодный. Сочный-ягодный. Он дает более прозрачное покрытие. Ходит больше в ягодный. И мне нравится эту губную помаду наносить пальчиками. Тогда вот эта вот прозрачность еще прозрачнее на губах. И такое впечатление, как будто зацелованные губы. Поэтому вот именно за этой помадкой я частенько ныряю к дочке в косметичку. И пахнет. И у нее губной запах такой. Да. Что-то такое из детства знакомое. Вот и мне из детства. В ягодное, да, что-то такое уходит. Вытираю губные помады. И контурные карандаши вот салфеткой, да? И вот здесь у меня была губная помада «Красная вуаль». И карандаши вытирала, уже тоже терла. Да? Это о том, если кто-то говорит, что это не стойкая. Да, стойкость. Вот это, наверное, более показательно будет, да? Вот это вот прям проблема, да, стереть. Не так это легко. Но у нас есть антибак, поэтому я рассчитываю, сейчас проверю, кстати. Потому что я знаю, он даже стержень хорошо смывает. И... Ну, с помадой, думаю, справится. Да, легче уже. Разводы хорошо стирает. Но все равно я вам скажу. Стойкие карандаши. Как не стойкие? Да, стойкие. Стойкие! Не знаю ничего. Стойкие. И помады тоже. Поэтому, если в кадре будет мелькать моя дополутертая рука, уж, пожалуйста, простите меня, игнорируйте этот факт. На 11-й страничке у нас представлена новинка LV Firefly. При заказе на 280 гривен
из этого каталога этот парфюм можно приобрести с 70% скидкой. Всего лишь за 175 гривен. Если у вас нет такого заказа, то скидка менее глубокая, 399 гривен. Дай. Вот на тебе не так, а понюхай на мне. На тебе вообще водяная. Угу. Подожди, еще раз на тебя нанесу. Я буду на тебе нюхать и рассказывать. На тебе это лучше получается. Так, а на тебе она по-другому пахнет. Нанесли пробник на Тонину кожу и на мою. Аромат раскрывается на каждой из нас по-разному. Да. И я вам скажу, если этот аромат пах на мне так, как на Тони, я бы его купила по-любому, потому что он божественен. Я его позавчера тоже нанесла, мне стало интересно. И мне очень понравилось, очень-очень. А вот на Ларисе вообще она совершенно по-другому пахнет. Поэтому, да, девочки, берите пробник, наносите, да, на свою кожу. И тестируйте, кожу. Да. Ну, поразительно. Великолепно. На мне он более просто звучит, да, чем на, да, тебе. А на тебе он пахнет богато. Да. Вот именно. А вот на тебе вообще никак. Она как будто не раскрылась. Плоско. На тебе вообще, да. А на тебе прям вообще супер заиграла. На тебе розу слышнее, чем на мне. Я в каталоге ее понюхала и ее вообще не поняла совершенно. А когда нанесла пробник, мне понравилось очень. Знаешь, какой образ у этой туалетной воды? В старинных традициях были обряды, когда мальчик становился мужчиной, а девочка становилась девицей. Да? Так это, да, наверное, называется. Да, 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 да. И вот этот парфюм, это, наверное, как у эльфов становятся, да, из, да, девочек, да, девицей. Когда ты увидишь распускающуюся в полночь розу, да, чьи нежные лепестки одарила своим поцелуем луна, волшебный аромат пробудит твою истинную красоту. Потому что красота девочки – это одна красота, а уже девичья красота – это совсем другое. И именно девичья, вот женская красота, она оказывает магическое совершенно влияние на мужчин. Мне иногда мой муж говорит, Лариса, говорит, это наше мужское счастье, что вы не знаете, какое влияние вы на нас оказываете. Потому что иногда, говорит, смотришь на девушку, там, на женщину, да, потому что мужа постарше. Я говорю, мозг отключается вообще просто. В этот момент можно, говорит, делать что угодно. Говорит, счастье, что вы об этом не знаете. Иначе бы, говорит, пользовались нашим беспомощным положением. Поэтому вот когда в девочке пробуждается вот эта красота, пробуждается женственность. И в этом аромате и луна, и ее отблески на лепестках розы, и вот эта свежесть, юность, да, вот это вот все вместе есть. И аромат волшебный, и берите пробник. Потому что вот если бы я сказала, не потестировав на Тони, я бы не раскрыла этот аромат так, как он на самом деле раскрывается. Мы все разные, поэтому кожа разная, у каждого кожа вырабатывает свои феромоны, и, соответственно, каждый парфюм на каждом из нас по-разному звучит. Да. Тестируйте. Волшебное. Вот, да, если одним словом об аромате, волшебное. Да, она необыкновенная и очень волшебная, действительно. Пробуждение. Да. Пробуждение волшебства. На страничке номер 15 у нас представлены контурные карандаши. Все для глазок. И у меня, конечно же, несколько оттеночков в моей косметичке имеются. Я вам их сейчас продемонстрирую. Кофейное сияние. И мой любимый. Белый, но я его называю телесный, потому что он не совсем белый, он мягко смотрится. Я с этим карандашом делаю разные макияжи. И делаю все. Все. Потому что он меня и маскирует, и высветляет, и выравнивает. Я об этом говорила, и от вас получила за это много благодарности. Благодарю, еще раз повторю, под бровью высветляю, когда мне надо сделать графичные брови, и не просто тени, а вот прям четко, чтобы линия была. Над губкой галочку, мне очень нравится этим карандашиком делать. И я высветляю вот здесь.
Я в каталоге прочитала рекомендацию, что здесь вытемнять. А я люблю высветлять. Зачем вытемнять? Потому что губы казались более объемными. Но у меня такое строение губ, и я помню, что в 16 лет у меня прям аж светлый перламутр здесь был, без макияжа, вот просто сам по себе. Поэтому, несмотря на то, что мне 40, я здесь беру белый карандашик и делаю так, как у меня было в 16 лет. Вот, и мне это нравится, в общем-то, очень здоровски. Конечно же, уголки глаз внизу можно высветлять, вот здесь вот в уголочке покраснение. Если просто какое-то пятнышко, у вас достаточно светлый оттенок кожи, тоже хорошо высветляет. В общем, обожаю. Складочки могу высветлить тоже, чтобы казалось, что их нет. В общем, обожаю этот карандаш. Карандаш великолепный, да. Палочка выручалась. Я скажу, он в косметичке должен быть всегда. И в моей косметичке, которую я с собой таскаю постоянно в сумочке, у меня всегда есть этот беленький карандашик. Потому что вдруг там что-то не то вылезло, и срочно надо спрятать. Вот очень люблю. Следующая страничка, номер 19. И опять в моей косметичке оказался продукт, который... Я вам могу показать. Это оттенок. Называется он, по-моему, горный хрусталь, да? Хрусталь. Не скатывается. Сияет. Причем сияет достаточно спокойно, не вульгарно. И даже если я полностью веко покрываю, ну, конечно, складочку я им не покрываю, смотрится хорошо, мягко, красиво. По поводу стойкости теней. Вытираю тени, высохло и вообще все. Это уже только мочить. Если намочить водой, да, вот я тоналочкой намочила, там хорошо снялось. Если просто сухим чем-то потереть, глаз, например, зачесался, вы потрете, никуда ваши тени не денутся, вообще будут очень хорошо держаться. Заказала вот такую заколочку. Она интересная. Если очень толстая коса, наверное, она не возьмет. Просто она размером, наверное, на более тонкий. Это или вот так вот заколоть часть, да, здесь висит, и заколоть, или... Отлично видно. В общем, я ее уже юзаю, использую по полной программе. Заценила. У нас с дочкой по оттеночку ультрастойкой корректирующей тональной основы. 322-84. Фарфоровый. Эта дочка использует, и она в большом восторге. Почему? Потому что он дает плотное покрытие. А я в восторге, потому что он не течет, не плывет. Вы можете потеть, в спортзал ходить, я уже проверяла. Делайте вообще, что вам заблагорассудится, все, что будет, что угодно, и вы... Вечером захотите снять видео, как у меня было, смотрите на себя, думаете, наверное, надо подправить макияж, понимаете, да, припудриться можно, тоналка как была, так и осталась, очень классно, мне нравится, это вот для экстремальных ситуаций, когда у вас такой плотный график, и вам надо много-много-много выдерживать, это фарфоровый оттеночек, и следующий оттенок 322-85, это, соответственно, бежевый-розовый, светлый и тот, но все-таки фарфор, конечно, белее, больше в белизну уходит. Есть у меня корректор стойкий. Плотное покрытие. И тоже долго держится. Но у меня, в принципе, все корректоры долго держатся. Я не могу сказать, что у меня какой-то корректор мало держится. Но они все долго держат. И у меня... Я не могу, конечно, сказать, что у меня огромное количество морщин. Они пробиваются, прорезываются, все-таки уже как бы пора. Ну, нет, не пора, еще рано вообще. Я только хотела сказать. Не-не. У меня самый светлый оттеночек. И вот сейчас я им не пользуюсь, потому что, ну, светлый. Я немножечко подзагорела. Это у меня вот на холодное время года этот цвет. Перекрывает синяки великолепно. Я говорю, и не скатывается. У меня не скатывается. И я его и вверху тоже корректирую, тогда тени лучше отдают свой цвет. Выравнивает, как на белом холсте. Но если много будет морщинок, то вот да, ты рассказывала, когда-то погреть можно на пальчики и одевать, чтобы лучше распределялось и получалось более тонким слоем. Да. Хорошая скидка на краски. Я, кстати, внимания не обратила. Да. Я сейчас волосы уже давно не крашу, красила последний раз весной. В этом каталоге 159 гривен, а перед этим было 175. Все время регулярная
Скидка 175, здесь 159. У меня знакомая Талага 2 назад первый раз взяла именно вот краску Орифлейм. До этого она красилась другими марками, не узнавала какими. И перезвонила и заказала еще одну краску. Говорит, да, дорого по сравнению с теми красками, которые есть на рынке. Но это профессиональные краски, они изготовлены в Италии. Профессиональные краски в двух странах всего изготавливаются. Здесь смарт-система, когда волосы не повреждаются при окрашивании и окрашиваются ровно столько, сколько нужно. Стойкий цвет. И вот эта женщина говорит, я удивилась стойкости краски. Я, говорит, уже хожу с ней 2 месяца. Я бы уже, говорит, той раза 2 покрасилась своей, которая над этого красилась. А, говорит, а это, говорит, я хожу, говорит, нет нужды краситься. И, говорит, хоть и дороже, но я ее закажу, потому что придется реже краситься. Я меньше буду полить волосы. Вот за счет этого. А у кого длинные волосы, вообще великолепно. Живые. Да, живые волосы. Нигде нет сеченных кончиков. Приятно.